Привет, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. И снова я с вами, Иван Фобров. Я нахожусь в Днепропетровске на набережной. Только что закончилась всеукраинская выставка, семинар в Днепропетровске. Выставка была по пчеловодству. Было интересно, было на что посмотреть. Так что рекомендую посмотреть все, что происходило кратко в семинаре на этой выставке. Все, смотрите, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, приятного просмотра. Пока. Я понял. Я сейчас узнаю, если еще что приносит. Я просто заблудился за вас обстоятельства. Еще в поле. Да. Ну, такая красивая, жвальчик такой. Вот давай, я сам выберу. Всем привет! Здравствуйте! Скажите для YouTube канала, где что, как, что у вас здесь происходит? Здесь происходит регистрация пасечников. А что за мероприятие? Мероприятие у нас сегодня будет всеукраинский съезд пасечников со всей Украины. Будут представлены товары, представлены. Все, спасибо. Будет. Спасибо. Пчеловодов. А здесь проходит регистрация, здесь правильно? Проходит регистрация, да. 5 человек у нас регистрируют. Вся запись производится вручную, конечно. Спасибо. Работаем. Спасибо. Здравствуйте. А можно зарегистрироваться? Конечно, можно. Доброго дня. Доброго. Как это сделать? Это съемка для YouTube канала. Про ваше мероприятие. Нет, вас не показывать? Что от меня требуется? Фобро Иван Викторович. Еще раз. Фобро Иван Викторович. Вы являетесь членом спилки? Я не являюсь членом. Фобро Иван Викторович. А если я являюсь членом, то тогда 20. Ох, какая дискриминация. Александр Николаевич. Хорошо, я подумаю. А можно я заплачу, а потом подумаю? На первом этаже проходит регистрация. На улице продают ващину. Здравствуйте. Да. Так. Ну, расскажите про свою ващину. Да. Классную ващину. Фирма Печак, насколько я знаю. Да, одна из кращих ващин на Украине. А расскажите, где вы находитесь, да, какое ваше предприятие, где что? Це Вінницька область, ми тому Ліподільський район, село Хонтівці. Дуже благополучний район для виготовлення ващини та збору воску мету для пчіл. Ну, ващина у вас, конечно, красивая. Да, ну, будем надеяться. Красивая. И еще до красивого я пробовал вашу ващину. Вашу, которую вы мне презентовали еще на Вжалярском кругу, то, конечно, качество я рекомендую зрителям, пчеловодам. Классная ващина, пчелки работают хорошо, нету там проволоку, не обрезают, все классно. Кстати, вот есть визиточки, кому интересно, рекомендую. Я сейчас подготовлю, ты напишу. Для отправки вы используете такие ящички, да? Для новой почты, для транспортировки. Ящик уже, я в одном ящике. Не.
А можете два слова для Ютуба про ваше изделие? Давай, давай. Вот можем, конечно. Смотрю, красивое, симпатичное. Можете визиточку свою показать. Не, я с Полтавы. Фабро. Да, Фабро, да. Приятно, что узнают. Расскажите два словца, что из чего? Пули из сэндвич панели, новинка. Такого мы еще, ну, по крайней мере, не видели нигде. Наружный слой фанера, внутри экструдированный пенополистирол, внутри шпон. Габаритный размер 35 мм. Стенка 35 мм. Вот можно посмотреть. Верхний фальц деревянный, нижний усиленный. Фанера усилена деревом тоже. Днище сетчатое. Днище сетчатое, да, есть перегородка. Закрывается, да? Задвижка. Класс. А есть ваши координаты? Можете сказать или визиточку? Да, мы вам оставим. Это мужчина как мужчина, что мы можем. Из Италии, в Павлограде. Спасибо. Да, о чем я сейчас выступаю, да? 40 минут. Во дворе продаются инвентарь, рамки. Всем привет. Серега Булатов уехал, некому снимать. Да-да-да, мы заменяем Булатова. Удачной торговли. А без язычков вы? Тут что-то угадает, но я думаю, что лучше тайне хотя бы заслужить. Через Кирова, через Кирова. Все, что меньше, то пропустим. И на нижнем этаже сама выставка инвентаря. Чарунки, привет. Привет. От Чарунки. Чарунки, привет. Что у вас нового? Нового. Покажите что-нибудь новое для Ютуба. У нас в основном нового сейчас ничего нет. Основное — это подготовка к сезону. Это приставки Романчина. Для контроля роения, для контроля облета, для защиты от воровства, универсальное лицо. Это фирма Чарунка, правильно? Чарунка, да. Наши полимерные рамки, которые набирают популярность. Это хорошо. Удачи вам, удачной торговли. Здравствуйте. А можете сказать для YouTube-канала ваши координаты по продаже? Потому что многие интересовались еще с выставки, с Харьковской, вашими координатами. Можете? Что вас интересует? Меня не интересует, меня интересует, как вас найти по потенциальным покупателям. Вашу продукцию, где можно найти, чтобы приобрести? Чтобы приобрести, заходите на сайт. Как сайт называется? Info. Все, спасибо вам большое. Там все есть координаты. Конденсат, который образуется,
Сорговый дублен. То есть сообщение такого еще проще. То есть она прямо выше. Нет, это просто рамка под. Да. Вообще, как бы только 145-я. И гнездо, и модель дальше, я думаю, что у меня есть тут, что можно легче формировать оплот, и Здесь очень темно. Одна из новинок. Это металлическая вощина для вощины. 4-2, 4-4 и... Смотри, я на этикетке люблю. Желтый. А то 4-3. 4-3, да. Что на 10 тысяч? На 12. API импорт, интернет-магазин. Темно. Друзья, я вот нашел нашего друга, канал «Простое пчеловодство». Все, я вас понял. Вот такие кормушечки, кому интересно. Вот теперь мы их увидели вживую. Все, понял. Самый прикол сейчас, я начал, сам все ничего не делаю. Я сейчас вот запустил производство, я вот даже постоянно вкладываю. Вот это у меня делают 3 человека. Вот это у меня делают 2 человека, не я, короче. Перчатки шащут, у меня 2 человека, да. Мне сейчас улики делают, и вот у меня уже производство. Стрелки с подписчиками? Да. Так что давайте, берите примеры. Давай, фоткай меня. Нет, я не фоткаю. Я не фоткаю. У меня видеосъемка. Я сфоткаю. И Игорь никуда не уходит. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Простое пчеловодство. На канале Фабро. Проще простого. Вот мы и познакомились с простым пчеловодством. Мне позвонил и говорит, я придумал тебе слоган. Я говорю, какой? Говорит, простое пчеловодство, у нас все просто. Если хотите сложности, идите дальше. Да? Игорь, расскажите, что у вас нового для зрителей YouTube-канала, для пчеловодов. Производство домов именно крутое. У нас даже есть уже сайт свой, apidom.com.ua. Там можно зайти туда, посмотреть. Перчатки сейчас сделаны кожа. Тоже я просто от ее в восторге. Кожа классная, руки дышат, пчелы вообще ее не прожаливают. Ну, мои кормушки любимые, с которых я начал. И сейчас утеплители классные, которые воздух через них проходит, но они с температурой не взаимодействуют вообще. Какая цена вашей кормушки? У нас все по 55 сегодня, наверное. Все по 55. Подходи, торопись. Игорь, приятно было с вами познакомиться. Все. Передавайте привет для YouTube-канала. Всем привет, занимайтесь пчеловодством, будет вам счастье. Простое пчеловодство. Спасибо. У нас человек Тимур, он вообще все будет. Лен, я подойду с фоткой, мне без обид, сейчас. А это стенд Матюшенко Валентины Степановны со своими классными костюмами. Фирма «Стопжала». Здесь очень плохой свет. Валентина Степановна, помашите нам ручкой. Здравствуйте, Валентина Степановна. Интервью для YouTube-канала, для наших и ваших зрителей. Что вы можете сказать, показать, предложить нашим пчеловодам, зрителям и своей продукции, наилучшей продукции? Я хочу сказать, что совершенству нет предела, и важно. Мне посетила такая мысль, посмотри на вот эту кухню. Если вы раньше
сделали здесь фараоновые ванны. И они были как бы немножко, наверное, жаркие. Посмотри сейчас, что у нас есть на стойке курточки для того, чтобы она не сгиналась. Нашел жалостку. Вот. И вот возвращалось ее положение. И здесь не будет жарко возле шеи, когда под резинку подходит. Вот новое решение вопроса для того, чтобы пчелы не попадали под маску. Какую ткань вы применяете в своих костюмах? Я шью только из натуральной ткани, только. Это диагональ, плотность 85, это старше плотности 210, или она в разных цветовых категориях идет. Вот такой цвет, рыжий, белый, горчица, это плотность 270, прожаливание пчелы практически исключено, благо впитываемые дыши на ваш размер 600 гривен. Валентина Степановна, большое вам спасибо за маленький экскурс, удачных вам продаж, всего хорошего. Дмитрий Гриньков, YouTube просит передать привет. Помашите ручкой. Да, Геннадий, я помню. Я бачила, я сейчас как раз у вас. Будем дивиться, есть такая книжка о Пьемонте. Да, я знаю, там я користувалась. Горнич. Напомните мне просто сейчас снижение. Есть какие-то вопросы. Едвасель. Вітаю вас. Скажіть привіт пасічникам два слова, будь ласка. Полтавським пасічникам слава, слава, слава. Дякую. Дід Василь. Вас вітав дід Василь. Это Влад, Одесса. Влад, извини, я сейчас подойду. Тогда на улицу лежишь? 200 грамм. Татьяна Чухрай. На 3 литра водки. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Чухрай вас приветствует. Скажите, пожалуйста, два слова для YouTube-канала, для зрителей, для ваших друзей. Очень приятно находиться в Днепре, очень приятно видеть знакомые лица, видеть, что у нас идет в наше общество молодежь. Мы расширяемся, у нас очень много новых наработок. Дружите с пчеловодами, будет вам счастье, будет вам здоровье. Спасибо. Спасибо, да. Удачи вам. Это не масло, это апимаски для волос с кучей масла. Масло черного тмина, масло бутылка. Вот, здесь мои друзья. Друзья-пчеловоды, которые... Поланочка, Артем, привет! Денис, привет! Денис, кстати, производитель наилучших нуклеусов из пенополиуретана. Кузьмич. Так, Денис, да свою денежку бегом за рекламу. Денис, вы как производитель, скажите пару слов о своих нуклеусах. Буквально два слова. Очень хорошая и надежная вещь. Не пенится, не пригорает. Мыши не едят. Ну... Влаги не боится. Кипятка тоже не боится. Можно обеззараживать кипятку. А можете нуклеус свой показать быстренько? Мы стараемся для вас... Наши дорогие пчеловоды. Ну, вы, наверное, это все видели. Кормушечка. Нуклеус отличный, короче. Да, расширяются наши страны. Поланочка, все знают Поланочка. Говорит, что нуклеус бомба. Да, слушайте, бомба. Поланочку, он плохого не посоветует. Да. И, кстати... Поланочка говорит, что цена кусается. Нет. Все, всем спасибо. Я пошел дальше. Костюмы. Мелисса. Мелиссовские легендарные медогоночки. Новинку показать? Да. Это представитель Мелиссы. Представьтесь, пожалуйста. Андрей. Андрей, что у вас новенького? Это фирма Мелисса. Донный.
внутриорьевой пицца вода. Угу. Вот там спереди вынимается лоточек для пыльцы. И сам пицца вода. Решетка, трубки для выхода трутня. Все открывается, закрывается. Это разработка Мелиссы? Совместно. Мелисса и... Идея была Мелиссы. Идея Мелиссы, а воплотил ее в жизнь Андрей Иванов. Иванов. Сколько, если не секрет, стоит такое дно? Пока еще... Ну, навскидку для зрителей телеканала YouTube. Даже не знаю, сколько она будет. Это выставочный вариант, да? Да, это выставочный вариант. Это вентиляция будет происходить через вот этот отсек. Да, за сзади. И, вот и дно. Через дно. То есть она ставится между дном, стандартным и нестандартным корпусом. Как вас найти потенциальным покупателем? Мелисса, фирма Мелисса, там можно будет заказывать, спрашивать. Все, спасибо. Такой экземпляр будет десятки сканеры заготовлены, там и другие будут только те, сами сетки, решетки, вот эти другие. Ничего. Вот эти будут другие. Польские. Польские, да, польские. Да. Хорошие, знаем. Есть, понятно. Спасибо, Андрей, за новинку, за то, что пообщались с нами. Фирма Мелисса. Вощина. Костюмы. Здесь актовый зал. Здравствуйте. Можно вас на два слова? Расскажите о себе, пожалуйста. Я увидел ваш стенд. Что вы можете сказать для зрителей телеканала, для зрителей YouTube, для ваших потенциальных покупателей? Два слова. Кто вы, что вы, откуда? Магазин «Ваша пасека», офіційний представник фірми «Лисин» в Україні. Представляємо товар європейського виробника, в якому враховані всі побажання «Лисинщиків». Якість каже сама за себе, так? Не до порівняння. Дякую вам. Всім рекомендую такі клеточки. Вот, кстати, решетки. Решетки. Вот они все здесь. Пластиковые, металлические, вентуриновые. Знаменитый гусли Юрий Михайлович пока еще не разложился, но скоро разложится, и мы все вам покажем. Ага, там идут деньги. Дашкевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван Яковлевич. Фабро. Меня зовут Иван. Ваш тезка. Передайте привет пчеловодам от Мелитополя. Какие вы? Всем пчеловодам Украины. Днепропетровским, Мелитопольским, Полтавским. Передаю привет всем пчеловодам. Днепропетровским, Полтавским, всем пчеловодам Украины. Пусть этот год будет для них счастливым и лучшим, чем все предыдущие. Спасибо. И вопрос вам. Вы производитель медогонки, знаменитая медогонка Дашкевич, радиально. Где можно ее увидеть, где ее найти? Можете сказать пару слов о медогонке? Увидите, найти ее можно у меня на сайте пчеловодства.ру. Или набрать Иван Дашкевич пчеловод, там выскочить. Или набрать радиально медогонка. 48 рамок. Спасибо. Спасибо. Там все расписано. Все, большое вам спасибо. Приятно было вас увидеть. Гусли своей персоной. Юрий Михайлович не слышит. Бот уже вылаживается. Но мы покажем попозже. Станок и насос для меда.
Насос для меда с германским насосом. Юрій Михайлович, вітаю вас. Вас вітає весь YouTube канал. Скажіть пару слов для своїх потенційних. Від наших приємств. Я вибачаю, голос зірвався в Харкові, досі не відновився, через те багато балакати не буде. Добре, Юрій Михайлович, що у вас є з новинок? Що ви можете показати? Те, що вам показували. Показати його в натурі. Оце він. Ти буде потребувати, буде в нього ставити більш потужний сам насос, так? Станки для розпечатки. Это Евгений, мой друг и знакомый, и товарищ, брат, который помогает мне и помогал. Жека, привет, спасибо тебе большое от канала Фабро. И вот, кстати, подарок. Это ващина металлическая. Жека, поддержите. Тут девушки. Здравствуйте, девушки. А что вы презентуете или рекламируете? Лабораторная диагностика заболеваний пчел, а также исследование меда. Если хотите, ознакомьтесь с нашим перечнем наших. Я лично ознакомлюсь, но я снимаю видео для YouTube канала, для зрителей. Так что можете передать привет. Вы из Днепропетровска? Понятно. Приятно с вами было познакомиться. Спасибо. Українською, російською мовою, якою вам більш зручніше, це ви українською взяли, так? Є російською мовою. Якою вам більш зручно вітається? Наташа, здравствуй. Здравствуйте, Наташа. Слушай, а где твои куфли? Что они просили? Мы вот... Станок пуфера, распечатывающий. Цена, гуманная. Прошу нас, я на 100% здесь. Наша работа. Нет, нет, нет. Ну, я же тебе любую раз. Что будет завтра? Время тоже приезжал. Должны быть. Павик, на первую. О, снова Жека. Хорошо, у машины или ты будешь машину? Вот такая выставка в Днепропетровске. Так что всем удачного просмотра. Всем привет! Денис Лебедев со своим. Два изделия наших компании Binac. Это новая компания на Украине. Меня зовут Денис Лебедев. Мои ролики есть на YouTube, можете посмотреть. Вани Фаброни есть тоже. Представляю вам вот такой наклеус с кормушечкой. Он рассчитан на 6 рам. Можно ограничивать кормушкой гнездо. Сетка, нержавейка. Ну вот. Тут нечем портиться и ломаться. Здесь очень надежное качество, очень высокая твердость. Это пенополиуретан, да? Да. А какая плотность? Ну, порядка 140 единиц, не меньше. А что по ценовой политике? Ценовая политика, если полный, 290. Полный, это в вашем понимании что? Это вот рабочий нуклеус полностью, с грунтовкой. А не полный, база, так сказать? База может быть без рамок, вот так вот, да, если все убрать, так получается 210. 210. Да. Я понял. Для работы можно дальше, если самому что-то доделывать. У вас еще есть нуклеус, я смотрю, на 145-ю рамку. Фирма Binac.
И можно вашу визиточку для зрителей? Линук. Я брав ее взять, а вас тоді не було. Не було? Ні, ну, не було журнала. Я сніму. Вот такой нук. На 145 пополам. Внутренний размер 215. Так, длина 380. То есть обычно ромашка сюда не зайдет, чтобы не думали сразу. Вот. Ну, у нас сетчатая. Отверстие можно по сбитке делать и в корпусе, и в нем. То есть изначально, ну, пчеловод сам решает, где ему нужны литки. Все понятно. А какая ценовая политика такого нука? Вот такой комплект. Есть еще три заставные. Стоимость такого? 650 рублей. Можно я визиточку у вас? Спасибо вам большое. Кривой Рог. Спасибо, Денис. Добрый день. Ви не проти вас інтерв'ю? Скажіть, будь ласка, що ви презентуєте, хто ви, що ви? Розкажіть пару слів про себе, що ви можете сказати пасічникам? А ми не помилуємо. Ви, ну, а розкажіть, по чому ви? Ми представляємо Кіпертруський государственний аграрний університет, приглашаємо на обучення. Ви обучаєте пчеловодів, або кого ви? Пчеловодів в тому числі обучаємо. И экономистов, и механиков, и харчевые технологии, и агрономы есть. То есть, если ну, люди, которые желают быть, стать пчеловодом, они могут обратиться в ваш вуз и поступить. А какая форма обучения? Кого вы учите? Ну, с пчеловодов непосредственно. То есть, я хочу стать пчеловодом, то есть, я могу быть зоотехником по пчеловодству, там, магистром. Кем, какую специальность я могу приобрести? И бакалаврат получить, и магистратуру закончить. Угу. Вот это ваш, как бы, презентационный язык заплетается, да? А где можно координаты, где увидеть? Ну, учебное заведение. Переверните. Все. А для кого вы снимаете и для чего? Для, это для пчеловода всей Украины, России, это для YouTube-канала, для зрителей YouTube-канала. Нет, это вы можете сказать. Да, запрошуємо до Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету здобути другу вищу освіту і в тому числі магістратуру за спеціальністю технологія виробництва переробки продукції тваринництва, спеціалізація бджільництва. Це дуже актуально для тих людей, які вже здобували вищу освіту, але вирішили своє майбутнє пов'язати саме з бджільництвом. Ми запрошуємо на навчання, термін навчання всього півтора року. Є денна форма навчання, є заочна, я думаю, більш актуальна вартість навчання. От визначено. Ну, я думаю, що на заочній формі навчання це біля 6 тисяч гривень за рік навчання. За півтора роки можна отримати диплом магістра. Дякую. Спасибо вам большое за маленький екскурс вашого учебного заведення. Спасибо. Дозвольте представитись, я буду вести сьогодні нашу конференцію, звати мене Юрченко Дмитро, теж зоряк. Ось, і випала така честь вести сьогоднішній захід. Дуже радісно, що на Дніпропетровщині і по всій державі є такі гарні люди. Це видно вже з сьогоднішньої атмосфери, відчувається, що на захід ви йде. Прибуло багато учасників з усієї країни, із центру, із півдня, із західу, із заходу, із сходу, із Польщі навіть гості є. Тому, як кажуть, з Богом будемо зараз розпочинати.